Всем привет! Здесь мы будем водить с вами вот такой вот бензовоз в моем танке. Он не очень-то большой, но в таком вот гористой местности. Интересно. Тут еще и на русском не опасно написано. Так. Так вот, выглядит как будто слишком яркий. Половину чекпоинтов проехал. Тут особо и не разгонишься. Там даже водителю шлем, как кончат форму. Ой, еще река какая-то. Так, и вот мы на финише наконец-то. Не застрять.